Вскоре в Орше соберутся сильнейшие боксеры со всей страны. 12 ноября в райцентре стартуют поединки Кубка Беларуси. Сейчас в Гомеле проходит аналогичный турнир областного уровня. По его итогам определят состав команды для поездки в Оршу. Места в сборной области оспаривают почти полсотни спортсменов. В мужскую часть соревнований заявились все сильнейшие атлеты. Так что на Кубке страны наша команда будет представлена во всеоружие. Чего нельзя сказать о женских состязаниях. Сейчас сильнейшие гомельские спортсменки отсутствуют по уважительной причине. Наши землячки в ноябре будут отстаивать честь страны на чемпионате мира, который пройдет в Индии. Женская сборная Беларуси в данный момент готовится к мировому форуму. Отсутствие лидеров открывает путь молодым. Кстати, именно на молодежь тренерский штаб Гомельской области всерьез рассчитывает на Кубке Беларуси. На нашем Кубке есть спортсмены, которые будут проводить первые бои по взрослым. Это совсем другое испытание. Это не молодежь, не юниоры. У нас такие боксеры есть яркие личности, это 2000 года, от которых мы ждем входа во взрослую категорию, что они смогут себя проявить, особенно в легких весах. То есть будет ряд боксеров, которых мы будем просматривать, и я надеюсь, что они смогут набрать такой уровень, чтобы достойно выступать. Со стороны тренерского штаба нацкоманды Кубку Беларуси по боксу будет самое пристальное внимание. Этот турнир – один из решающих этапов для определения обоймы боксеров, которые будут готовиться к Европейским играм 2019 года.